Усилить меры безопасности для детских образовательных учреждений планируют в крае. Такое постановление законодательного собрания готовится принять депутаты этим летом. Над ним сейчас работают представители органов власти и силовых структур. Предложение по улучшению системы безопасности в образовательных учреждениях планируют собрать до 1 июня. Уже сейчас в крае занимаются установкой тревожных кнопок, еще 16% учебных заведений необходимо ими оснастить. Особое внимание перед началом школьных каникул уделяют и подготовке летних оздоровительных лагерей. Сегодня я призвала своих коллег, чтобы они сейчас очень много ездят. Ну и не только сейчас, а ездят по своим территориям. Мы традиционно посещаем до открытия лагерей и в процессе их работы наших ребятишек, которые приобрели путевки. Нас, безусловно, всегда интересовали темы, связанные с тем же периметром безопасности, с обеспечением, потому что мы хотим устранить все риски.